В соответствии с Конституцией именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание государственной деятельности. Что вы его слушаете? Он нарушил все права и свободы человека и гражданина. Фактически, именно эти свободы... В самом деле, не надо никуда убирать. Конституция нарушена. Да нет, цензура, выборов нет, а он на Конституции будет. Правильно говоря, Конституция для того и принималась, чтобы... У каждого было право на выражение собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно уважать.